Привет! Вы на канале Сани Саши ТВ. Саша и мы, да, мы снова что? Готовим. Мы готовим бургер. И не просто бургер, а мега бургер. То есть большой, огромный. Покажи, какая булочка у нас будет большая на бургере. Саша. Булочка, посмотри, какая у нас большая. Это маленькие у нас будут гамбургеры, да. А мегабургер будет вот из той булочки большой. Скорее покажи. Вот эта большая. Да, ну возьми ее в руки. Посмотри, какая она огромная. Возьми ее ручками. Ручками возьми. Ого! Вот это ничего себе! Вот наши ингредиенты, из которых мы будем готовить. Это фарш говяжий. Там у нас порезан лук, соль, немножко перца душистого для запаха. А также в состав нашего бургера будет входить листья салата, сыр, огурцы, помидоры и репчатый лук и морковь. Мясо мы сначала сформируем в котлетку по форме нашего бургера и будем жарить. Жарить мы будем на костре, на улице. Сашенька, сейчас будем жарить котлетку на улице, на костре. Маме будем. Будет вкусно. Пожарим котлетку и начнем формировать наш бургер. Ну что, поехали? Мясо на огне. Вот что у нас получилось. Это папа. Да, три котлетки маленьких и одна большая котлетка, которую мы будем формировать наш мега-бургер. И сейчас мы будем приступать это делать. Да, Сашенька? Мы порезали булочки напополам. Вот так, вот таким образом. И также нашу большую булочку. И сейчас мы формируем нашу котлетку на булочке, положим сверху вот такой квадратик сыра и отправим в духовку, чтобы сыр расплавился, потому что котлетка наша немножко подостыла. Да, сейчас мы будем эту котлетку ложить. Да. И будем мешать. И будем формировать наш бургер. Да. И как только сырок расплавится на нашей котлетке, мы будем ложить остальные ингредиенты. Положили сырок в нашу котлетку и ставим в духовку, чтобы он расплавился. Аккуратно, Саша, горячая духовка. Минут 5 и сырок расплавится. Да. Сюрсатик. Ну вот, время у нас прошло. Думаю, достаточно. Сырок у нас. Горячая подплавится. Больше не нужно. Выключаем все. И формируем. Вот мы положили листики салата под котлетку, чтобы у нас было красивый бургер. Сверху сырочка мы вот положим лук.
сейчас мы положим огурчики. Мы добавили нашим свежим огурчикам солененькие. Вообще формировать бургер можно всем, что угодно. Все, что есть. Что хватает фантазии. Все, давай свеженькие ложить. Достаточно солененькие. Давай свеженькие ложить. Саша. Свеженькие ложить. Правильно. А вот будем поиск. А сейчас порежем помидорчик. Вкусно? Я думаю, достаточно двух ломтиков помидора. Теперь можем морковочку что-то. Наши соусы. Сейчас вот белый. Да, томатный кетчуп. Сейчас вот. Саша. Саша, конечно. Много. Достаточно. Еще. И майонезного соуса. Саша. И все это накрываем. Вкусно пахнет. Второй булочкой, крышечкой накрываем. Вот такая крыша. Солнышко. Вот такой. Огромный бургер. Как мы будем кушать, Саша? Смотри, какой он огромный. А ну-ка. Нет, не можешь опустить. Вот такой вот. Громадный гамбургер у нас получился. Мега гамбургер. А теперь будем готовить маленькие. Мы их порежем, потом Саша покушает. Готово? Что у нас получилось, Саша? Большой бургер. Маленькие три бургера получилось. Но самый клевый, да? Прикольный. Огромный. Вот таких я еще не видела. И вот такие маленькие. Вкусные. Какой Саша будет кушать? Маленький? А большой кто будет кушать? Кто будет кушать большой гамбургер? Саша! Ой, Саша! Ну все. Вот такие бургеры у нас получились. Пока-пока. Пока. Будем пробовать.